24 июля в Мокроусовском районе в аварии погиб водитель автомобиля. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, на 5-м километре автодороги Сунгурово-Мостовской житель района без прав на автомобиле ВАЗ-2106 съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. От удара мужчина получил множественные травмы, несовместимые с жизнью. А в этот же день в Шадринске еще в одном происшествии пострадал водитель мотоцикла. 63-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-2101 решил развернуться в запрещенном для этого месте, не заметил мотоцикл «Хонда» и врезался в него. В результате происшествия 30-летний мотоциклист получил множественные тяжелые травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую. Обстоятельства и причины всех происшествий выясняются.